князь Петр из Муромского края, кто может вылечить, узнал. Февронья, девушка простая, ту хворь, что ей он страдал. И в путь собрался он проворно, в Рязань, к Февронье на коне. Князь, исцелю тебя бесспорно, но если женишься на мне, и обещать лишь оставалось, читать все мысли ей дано. Мудра девица разобралась, не долечила чуть пятно. Князь Петр поездку и доволен, здоров, богат и холостой. Из-за пятна он снова болен, в Февронье ехать не пустяк. Он с головой своей повинной жениться сам ей предлагал. Была и свадьба просто дивной, и весь народ там пил, гулял. Счастливо, радостно прожили они на жизненном пути, и вот на старости решили в монастыри вдвоем уйти. И в унисон сердца их бьются, хоть разных два монастыря, молитвы друг о друге льются, все Бога лишь благодаря. Мольба до Господа святая, вдвоем, чтоб сразу им почить, и чтоб их вместе отпевая, в гроб единый положить. Господь послал, чего хотели, забрала смерть в один их час. Пример любви они сумели оставить редкостный для нас. Такого, скажут, не бывает, случилось чудо там, поверь, в различных храмах отпевают, в гробу обоих друг теперь. За это диво называют их чудотворцами двоих, в беде молитвой призывают и почитают, как святых.